Я куратор первого блока «Организация и управление коммуникациями в IT-сфере». Мы решили построить учебную программу с одной стороны классическим образом, а с другой стороны максимально эффективным, приближенным к реальности. Мы решили взять весь процесс от начала и до конца, если так можно выразиться, то есть от стадии формирования продукта до стадии анализа эффективности пиар-компании в внешней среде. Наши студенты научатся участвовать в формировании продукта, строить коммуникационную стратегию, выстраивать отношения с коллегами по соседним департаментам, отделам, чья работа непосредственно связана с работой пиарщика, то есть маркетинг, продажи, HR. И вот это умение адаптироваться к окружающей среде, к постоянно меняющемуся миру, к новым вызовам, которые стоят перед IT-отраслью и пиарщиками в частности, вот это то, чему мы хотели бы научить наших студентов в первую очередь. Быть гибкими, быть открытыми и уметь максимально эффективно применять те инструменты, которые мы постараемся им дать. Наши преподаватели — это практики, это крутые профи, которые прямо сейчас работают на рынке, известные, которые рулят, управляют коммуникациями и внутренними, и внешними в больших и не очень больших, но известных IT-компаниях. И приглашенные эксперты, которые работают не только в пиаре, но и заняты в медиа. Мы ждем на нашем курсе как людей с небольшим опытом, которые только делают первые шаги в отрасли, так и тех, кто уже поработал, кто сформировал представление о профессии и хочет взглянуть на нее с другой стороны, попробовать себя в чем-то новом. Записывайтесь на курс, коммуницируйте, получайте удовольствие вместе с нами, потому что пиар — это любовь.